Валентин Ткачев, бегун-любитель из Видного, готовится к кроссу нации в Москве. Казалось бы, ничего необычного, но из-за тяжелого заболевания в прошлом году Валентину понадобилась пересадка сердца. Я хожу в бассейн, я бегаю, я занимаюсь скандинавской ходьбой, я был в Кисловодске, я за 16 дней прошел 293 километра. Я поднялся до Малого Седла в одиночку. Хотел до Большого, но у меня с собой таблеток не было, у меня таблетки по графику, мне их надо пить. Я бы и дошел до конца, но уже тяжеловато, конечно, подниматься, там вот эти все ступеньки. Проблемы с сердцем начались в 2012-м, и с каждым годом здоровье ухудшалось. В 2020-м ситуацию усугубил коронавирус, от которого Валентина вылечили врачи ВРКБ. Приступы происходят. Давление падает 50 на 60. Много чего. Головокружение, иногда трудно встать. В октябре прошлого года была проведена экстренная трансплантация сердца. Тогда Валентин не мог не то что бегать, передвигался с трудом и весил почти на 40 килограммов больше, чем сейчас. Я когда болел, у меня оставалось 2 месяца до операции, я живу на втором этаже. И со мной в подъезд зашел сосед, и там еще была посторонняя женщина. Он мне перед ней сказал: тебе должно быть стыдно на второй этаж подниматься на лифте. А в моем состоянии мне трудно было бы даже на первый этаж подняться, если честно говоря. После пересадки сердца наш герой поставил себе цель вернуться в форму. В качестве дополнительной реабилитации молодой человек выбрал бег, который стал для него настоящей отдушиной и дорогой в новую здоровую жизнь. У нас рядом есть парк обустроенный, красивый, свежий воздух, калории сжигаешь, легче ходится. Не знаю, у меня сейчас другая совсем жизнь. Мне нравится движение. Мне нужно вот движение. Я не понимаю людей, вот, которые сидят. Друзья и знакомые отмечают целеустремленность и сильный характер Валентина. С таким упорством он достигнет всех результатов, к которым стремится. Человек с такой, скажем так, трудным заболеванием и взял, поборол болезнь, это уже достаточно сильная личность для меня. Это на самом деле сильного стоит. И в данный момент, видя, как он занимается спортом, что даю ему предпочтение, что он не сломался, а пошел дальше. Перед нами человек, олицетворение фразы «движение – это жизнь». Пусть Валентин станет примером для тех, кто еще сомневается, что здоровье не позволяет им заниматься спортом. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.